Всем привет, ребят. Ну что, проснулся перед выходом и решил записать вам видосик. Честно говоря, сам удивился. Не знал, что такого додумается на английском сервере, но все-таки у них хватило смелости. Я не знаю, конечно, русский сервер по сравнению с китайкой и с английским вообще ни о чем получается. Для доната, да, и для без доната, думаю, тоже. Сейчас сами удивитесь, но вот как-то так. Вроде казалось бы, ну ничего такого. Ну, посмотрите, какие сеты, каких 5 сетов я забрал, по сути, за 2 больших пака на русском, либо за один большой пак здесь. Еще плюс кучу сундуков, кучу коробок, ну не знаю, даже 5 рогаток, это уже за такие деньги, как бы, ну, на русском даже, ну, нереально получить. Показываю вам рынок, что у нас сегодня есть. Ну, рынок такой себе специфический. Много всего, я вам сразу говорю, нет. Flame Pack. Ну, в общем, расходники, как обычно. Necros. Полностью сборочка, как видите, за 50. Можно прокачать сразу же. Останутся у вас еще какашки и все остальное. Самое интересное вот здесь. Что мы имеем? Сет психощита 8 уже продается на рынке, и причем продается там не за сколько-то там дорого, а за $20 всего один сет. Плюс 70% 4 секунды идет защита от одного вражеского навыка. То есть, по сути, пятые психощиты, да, здесь были дешевые, но чтобы собрать восьмерку, сейчас я вам покажу, сколько нужно пятых сетов, а тут уже восьмерку продают. Ну, как обычно, топовые паки, у меня уже и так перелимит ресурсов, некуда это все девать. Идем, просто зайдем. Будем тестировать сегодня, думаю, сетики интересные для многих, особенно почему я их забрал, потому что очень интересно посмотреть на ракушку. Плюс 73 тысячи жизни, в принципе, неплохо. Вот давайте посмотрим на ковку. Я думал, пятерки там буду. Вот два сетика нужно на шестерку, потом шестого надо 3, то есть 2 на шестерку и шестерки на семерку, а 3 шестых — это уже у нас получается 6 на семерку и на восьмерку. Нужно 3. Ой, подождите, что-то я уже не помню. Ну да, все правильно, тут нужно 3. Это получается 6. 6 на 3, 18. 18 сетов надо пятых, чтобы сделать одну восьмерку. Еще куча кристаллов и камни, плюс камни. Ну ладно, камни упустим. Кристаллы здесь — это не проблема, но на русском, как обычно, это проблема. Вот посмотрите, 18 сетов психощита за $20. Ну, по-моему, они crazy. Так, окей, поехали, пробежимся по акциям. Что у нас сегодня здесь есть интересного? Коллекционер. За командору можно получить камешек. Повелитель бури. Ну, такое себе. За жалейку вообще никакие награды. Никакой коллекционер. Так. Так, поехали, посмотрим, что у нас здесь сегодня. Нимбл 8 продают, вот это вот отлично, продают за 80. 9 талантики, книжечки, лучки. Вот такое себе. Опять же, это 2 дня все идет. 3 малыша Ника, офигеть. Так, окей, с этим разобрались. Поехали, посмотрим, что по акциям интересного. Winterfest. Скелетика. Гифты. Бонус на первую покупку. Point Arcade. Ну, давайте посмотрим, что здесь. В общем, вот так вот. Куда катится эта игра, не знаю. Тут ничего они не меняют стабильно, сколько я уже 2 месяца здесь играю. Одно и то же. Так, Ару выиграли.
А дальше мне не дает ничего сыграть, окей. Получите талант и выиграете призы. Сейчас посмотрим. 130, 80. Вот такое себе. Бинго. Да. Помню я времена, когда мы доставали один психощит там за бешеные деньги. 10, 15, 20 паков ради одного психощита, а тут сейчас он просто восьмой сет, восьмой стоит 20 баксов. Честно говоря, я немножко с одной стороны удивлен, с другой стороны я просто понимаю, что игра даже для бездоната, ну, просто какой-то теряет смысл. Но с другой стороны игра, да, развивается, там все доступно, круто, но что будет дальше, чем они дальше нас будут держать, удивлять? Уже вчера себе он накупил кучу игр в Стиме. Буду стараться немножко менять контент, переходить на другие игры. Ну, Castle Clash останется, но будем бегать, играть в другое, что-то делать, стримы, потому что, ну, не вижу смысла сильно заморачиваться. Буду по чуть-чуть прокачивать аккаунты, делать вам видосы все так же информативные, но... Так, я, по-моему, что-то не забрал. Я же говорю, интерес пропадает. Скучно. Вместо того, чтобы добавить что-то новое. Так, все забрали. Забрали. Это просто жесть, ребят. Четвертый сет психощита мы забрали. Я говорю, психощита Римки. Так. Алхимик. Счастливое число. Давайте в счастливое число забежим, посмотрим. Это, конечно, жесть. Английский сервер. Китайка тоже уже. На китайке весьма жух рунами. Здесь психощиты уже есть. На китайке тоже можно сковать психощит. Посмотрим, как он себя покажет. Будет сегодня у вас видосик с Анубисом, с ракушкой. Мне он очень понравился и вас тоже, думаю, очень удивит. Посмотрим, что будет дальше. Пока реально кайфовая сборка с ракушками получается. Особенно на PvP локации. Так, ну вроде все, поехали. Будем открывать плюшки. Да, ресурсов, конечно, тут хоть жопой жуй. Мне бы столько на русский сервер в свое время. Сейчас уже даже русский сервер, этот основа стала как твинк. Вот так я даже сказал. Так. Открываем. А мы не можем их открыть, потому что у нас перелимит ресурсов. Открываем. А не, эти хотя бы можем. Так, коробки посыпались. Коробочка. Одна из 10 падает коробка. Вот не упала. Коробка. Да, видите, не всегда коробки падают. Не особо часто можно коробочку вытащить. Так, вижу с эти каменки. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, даже не так часто кулачки падают. В общем, вот как-то так. 4 коробки. Ну, нормально коробка. Что у нас получилось? 150. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. 11, 16, 17, 20. 20 коробок 150 сундуков смены и коробки с чарами 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15. 15 коробок смены. Ну, руны там и такое-то уже
не столь интересно. Так, коробки у нас есть. Надо будет заняться прокачкой дальнейшей. Эти коробочки мы откроем уже потом. Райан Честы, пятая ремка, который тоже не удивишь никого здесь. Так, еще у нас первое. Скоро уже питомцы здесь наконец-то будут, 35-е. Я думаю, в следующей обнове должны уже добавить прокачку питомцев до 40-го уровня. В общем, вот так вот, ребят, что могу я вам сказать? Вы сами все видите прекрасно, ждите теста уже психощитов. Надеюсь, они себя оправдают с ракушкой, 8-е, тем более, они дают неплохо. Допустим, взять тут 71 тысяча, 70, 35 на восьмерке, 70, ну, жизнь как дают, плюс еще 70 сверху, 40, так, это не то, 42, 76, уклон дает вот так вот, 73, В общем, вот как-то так получается. Баст 8.60. Ну тут защита от одного вражеского умения раз в 4 секунды. Атака такая себе. У баста тоже еще меньше атака. Ну, посмотрим, потестируем. Есть вот такой вот Анубис у меня. Я уже его обзорчик сделал. Немножко он проспойлерил. В общем, думаю, будет мега-мега круто. Я согляну, пойду, сколько у него все-таки жизни. Интересно, больше или нет. Ой. Блин, называется, хотел посмотреть, сколько жизни у него. $725 получается. Ну, дар дает больше. Хотя это 75, да, дар там больше было. В общем, ждите обзорчика. Как-то его быстро растащили. Ну, Фрея. Что не сделаешь, Фрея там топовой сборки будет убирать героев на раз-два. Но обзорчик у нас будет обалденный. Так, тут у нас еще и Атлант. Смотрите, как раз-два, да, психощит, конечно, внизу еще то. В общем, вот так вот, ребят, ждите обзорчик, и не знаю, выбирайте, что играть, где играть и как играть, но я, честно говоря, задумываюсь над тем, что же будет дальше, что же будет в следующей обнове, потому что это реально жесть. Вот так вот нас просто разобрали. Все. Всем удачи, всем пока.